Запись. Не забыл. В прошлый раз мы закончили на том, что мне надо разбор делать так, иначе я забуду, что где лежит, и это правда. Забуду. Кевларыч, резиноч. Здесь у нас еда. 43 мяса крупной рыбы. Трындец. Так, сюда у нас кожа идет. Сюда. Так, так. Бензин сюда. Это сюда. Это сюда. Компонентов уже ни хрена себе. 73. Когда я столько успел набрать. В принципе, поход-то предыдущий, конечно, был офигенный, но реально, когда успел... Сейчас будет громко. Ай. Так, стоп, бензинчик лучше сразу, наверное, пополнить. Ну, больше 20 литров в 20-литровом баке уместилось. Так, сюда стекло. Стекла тоже 87. Тоже прикольненько весьма. Метол. Запасы металла, в принципе, пополнены. Мне восстановится очень-очень неплохо. Да и дерево по чуть-чуть пополняем. Тоже приятно. У меня даже появилась мысль, типа, не сделать ли мне просто флэрки хранилище в этом. В лодке самой. 5. Это на одну сталь только. Так, ну чё? Патрончиков себе намутить ещё? Для этого надо немного поплавить медь. Ладно, много поплавить медь. И раз мы будем много плавить медь, можно пока сделать еще салатики. Так, готовь салатик. И давай плавить медь. У нас все равно ночь. Ночью идти куда-либо весьма не очень. Вокруг такое во флажках. Классные такие флажки. Вот. Нам сейчас флаги надо поставить. Вот здесь вот. Я там был, но флаг не поставил. На далеком острове тоже был. Тоже 87 и тоже флаг не поставил. Или пойти вниз. Внизу это что-то вообще абсолютно новенькое. Мы там даже близко не были еще. Поэтому может быть очень любопытно. Если, конечно, с утра на меня не нападут. Мне нельзя прям в 4 уходить. Мне надо бы подождать, потому что нападение может случиться очень внезапно. И с внезапным нападением могут быть проблемы. Че, по-хорошему, конечно, автоматическое бы оружие подготовить к внезапному нападению. У меня автоматического нет. Я думаю, что мне понадобятся боеприпасы для дробовика. Да, с компонентами теперь нет никаких проблем, что офигенно. Потому что внезапно я их набрал очень сильно много. И Йента не может не радовать. Надо, кстати, еще вверх проверить, созрел там или нет. Здорово, Васильевич. Созрели, походу. Сейчас порубим.
понятно, почему иногда требуется много взмахов, иногда два. Или всегда два, просто при много взмахах я не попадаю. Одно из двух. Да, наверное. Не забываем про печь и про салат. Ага. Салатика, семена капусты еще внезапные. Так, печь. Салат. Салат не успевает готовиться, вот косяк. Вроде подписать можно ящики, а зачем? Фиг знает, каждый сундук еще переименовывать, а потом смотреть внимательно, что за сундук. Давай, вари салат большой и маленький. Найс. Продолжим. Не, ну в принципе с двух ударов нормалёк. Okay. Кстати, заметил, что боговодные рейдеры прекрасно выжигаются коктейлем Молотова. Тут никого нет, и видно, наискось шмаляет, как из-под земли, нифига себе. Я с таким благо еще не встречался, что радует. Все, вроде. Отлично. Шишка. Шишек больше на 6. Весьма необычно. Нифига, так себе меди поплавил уже. Прикольно. Салатика больше. О, 7 клубники и 7 лимона. Лимончик. 2 семечка пока только. А уголь, наверное, все-таки надо будет действительно просто отдельно продавать. Было и не раз. У меня? Или у тебя? У меня и не замечал. Если было и не раз, то это, конечно, хреновато. Наверное, можно сейчас продажку устроить, что это до плавли всякое. Спать, joint member, all member. Ок. Так, наверное, сначала еще сюда. У меня, понятно. Ну хорошо, что у меня тогда не было. Но я учту, что если такая... Не, ну можно с собой, конечно, коктейль Молотова таскать, но... Блин, я бы хотел, чтобы нижняя панель была на 2 слота больше. Потому что она сейчас от 1 до 8, а надо, чтобы от 1 до 0 в итоге было, типа до 10. И тогда бы туда уместилось не только 2 оружия, 2 патрона, 3 необходимости и хилка. Но еще граната какая-нибудь и что-нибудь еще. Было бы логично, как по мне, сделать так. Ну, такое. Я вообще по скриднам в стиме смотрел, там такое чувство, как будто раньше было еще меньше. Там типа 5 слотов, по-моему, было. Типа 5 слотов всего. То есть это просто вот... Это милишка, кирка, топор и пушка. И с патронами, все. А патроны вниз хочется пихать, потому что при смерти низ не пропадает, да? Важно. Окей, пойдет. Так-с.
Сюда еще салатик зарядим. Ну, типа, ничего, так салатиков. Жрат пит на фулы. Сюда еще уголь. Сюда остатки дерева. Сюда семечки. Окей. Три лимона можно будет посадить. Так, теперь продажку давай. А вот это тихо продажка собирается. Интересно, за почем уголь стоит? Да, проверим, сколько у нас уголек. Стоит ли 20 угля хотя бы одно дерево? Пять угля стоит одно дерево. В принципе, не так плохо. Так, тогда давай... Картину я, наверное, все же оставлю на самом деле. Так, что мы у тебя будем брать? Можно хилочку взять. Дорогие хилочки. Давай так. А, подожди, может перетащить-то нельзя. Надо именно кликать. Трындец. Нельзя перетаскивать. А, ПКМ и ЛКМ можно пользоваться. Проще ЛКМ жмякать. Вот это, конечно, косяк, что ни Ctrl, ни Shift, ни Alt не работают на быстрый перенос. И перенести весь так нельзя, тебе надо прокликивать по одному, блин. Все, закликаю, ёпта. Ресурс мышки вырабатывается просто в пустоту. Зажать нельзя? Не. Не работает. Только кликать, только хардкор. Так. Я бы не сказал, что мне что-либо еще надо, на самом деле. Давай бы мы просто денег заработаем с нее. Так. 28 монет, в принципе, не так плохо. Так, хилочи. Кстати, а кусты-то рандомные вырастают. Одни здесь вырастают то поменьше, то побольше. Внезапно. И... Фиг знает, зачем я монет коплю, но, может быть, когда-нибудь в будущем у нее будет продаваться что-нибудь любопытное. Когда-нибудь. Окей. Okay. Но это идиотизм. Это не идиотизм, это просто... Разраб не подумал о... Ну, по-английски это называется quality of life. Да. Это просто типа неудобно. Ну, бывает. Ты так мало делаешь, капец. Погоди, он что, реально по одному что ли делает? Одна химка — это один бездымный порох. Слушай, а химыч-то понадобится капец как много. То есть химку надо покупать у нее на самом деле. Либо обязательно трупаки лутать. Потому что с них бездымный порох идет. Металлоломы компоненты. Интересно, поскольку делается патронов от дробовика. Так, два металлолома, два компонента, один бездымный порох.
15 патронов. А, ну окей, ладно. Тогда мое почтение. Окей. Тогда с патронами, наверное, проблем все-таки не будет, если они действительно по 15 делаются. Может быть, и пороха бездымного тогда так сильно много не надо. Сколько я его сделал. Я еще хотел, чтобы... А еще хотел бы, когда я в гостях, не появлялись еще и рейдеры с надписью «Вашу базу атакуют». Не, ну это типа... Это заставляет тебя возвращаться каждый раз. Это я вот, собственно, и не против, на самом деле. Это то, что заставляет тебя прерывать, собственно, любое твое путешествие, возвращаться на базу, отбивать базу. Мне кажется, что это как раз-таки логично. Так-с. Куда мы теперь пойдем? На далекий-далекий остров туда или туда? Или на вертикальную базу? Там остров выглядит супер жестоко. Вертикальная база тоже. Пойдем на вертикалку, наверное, это любопытно. Сейчас мы вот сюда вот приплывем, посмотрим, что у нас тут под водой такого интересного. Под водой тут что-то явно есть. Пассажи автострады под водой здесь есть. А, окей. А, островок тоже выглядит здоровенно, вот этот. Если бы удар в спину не хочешь... Не хочу. Зачем? Да, слушай, выглядит база очень круто. И очень много. План спасения. Камон! Вот опять эта глупость, когда я в него стреляю, патрон попадает куда-то. Но только не туда, куда надо. Даже лодку немножко жалко, честно. Ай-яй-яй-яй. Спокуха, пацаны, беспедные. Не успевает в меня стрелять, пока я подпрыгиваю. Это капец. Я, в принципе, тоже, конечно, но... Блин, я-то один, а их много. Да, теперь патронов от дробовика вообще не жалеем. Это все, видимо, я потом облутаю. Удачи. Удачи, говорю. Так. Мне кажется, или у нас... Да, это, короче, забаговалось. Бывает. Тут где-то еще струляла была. Подлючая.
Хорошо, бинты были сразу. Не понял. Интересно, откуда он в меня стрелял. Не увидел его. Так. Люстра и лампа. Он сверху, что ли, был? Воу. Не понял. А, он через решетку можно стрелять, серьезно? What the fuck? Вот уж необычная херня, что через решетку стрелять можно. Они, судя по всему, с ППХами вовсю ходят. Вообще, типа, много хорошего заметно. То сейфики, вся херня вот эта. Очень прикольно. Очень прикольно рагдольно валится. Иногда смотреть весело. Оттуда проще, наверное, забраться потом. Что-нибудь еще. И все еще с трех ударов копейщик и сбиваются. Немножко радует. Там их еще несколько. И там еще один. Проблема в том, что тут несколько полноценных домов. И на них выходить реально стрёмно. Копейщики, в принципе, не так сильно интересуются, у них дропа особого нет. Особо интересуют чуваки с огнестрелом только. Ау, воу. Это было прям с дробовика в лицо. Окей. Причем не один раз. У меня почти минус шлёбну из-за этого. Чтобы с той стороны ничего не прилетело. Кто могут? И тут чисто. Я думаю, что в один заход это все облутать не получится. Капец, тут много всего. И что у нас тут будет? Много мусора. Мусор можно, в принципе, сразу сбросить. Так, это мусор. Так, ну здесь типа разбивать, не переразбивать. И что, тут только две комнаты и все?
Какой странный дом. Окей. Реально две комнаты и все. Ладно. Она и была последней. Понятно. Окей. Ну, зачисткает нас. Ну, неплохая локация такая жирная вообще. Домики относительно красивые. Но получение с дробовика по жопе два раза, я думаю... Я удивлен, как я выжил при этом. Я думаю, я должен был сдохнуть. Окей, так. Здесь сверху ничего нет. Здесь тогда флаг и поставим. Найс. Окей, такс. Что ж, начнем сверху потихонечку, наверное, да? Уголь и семки — это не то, что мне сейчас здесь нужно. Так. Бин. Бины, в принципе, тоже не особо сильно нужны. Если что, я смогу бинтов еще больше сделать. Бинов я здесь. Окей. Так, порубаем. А шлема, кстати, вообще на последнем издыхании. Рейдер за тобой придет именно туда, где ты в стрелялки играешь. Да ладно, нет. Почему? У меня уже было не раз, что я делаю зачистку, а рейдеры приходят домой ко мне. На базу. Я так сильно подозреваю, что они приходят туда, где у тебя постель. Потому что у меня было две базы на момент перехода, и на меня рейдеры пришли. Но пришли одни не на первую базу, которую я разбирал, а на вторую базу, на которую я только-только переставил постель. Поэтому я думаю, тут все немножко умнее, все, типа, рейдеры не приходят за тобой просто так. Может, и баг словил? Тоже интересная острова какой-то. Так, штанцы, броня плюс 2. Ну и выглядят штанцы весьма неплохо, но... Блин. Плюс 2 уже может что-то стоить, но мне кажется, что все-таки нет. Все еще мало будет. Так, дерево... 4 дерева всего можно еще. Сейчас надо будет вернуться уже. Разгрузить всякое. Дерево тоже пригодится, поэтому дерево выкидывать пока не буду. Так. Сейфы, капец, интересно еще. Так, резина была 10 ровно, понятно. Так, стаки, одиночки, стаки. От дробовика потратил весьма неплохо патронов тоже. Так, это вот у нас все стаки были. Теперь пойдем обычку, которую потом надо будет простакивать дополнительно. А, ну еще вот эту. Так, нет, сюда.
Так, это у нас что? Тоже любопытная фигня, современный фонарь. Ящики. О, кепларыч, граната. Окей. Слушай, может быть, есть смысл эти ящики чистить до того, как я всех убью. Потому что можно потом будет убивать с помощью гранаты, например. Полезно, хренать нет так-то. Ну, ну вот молотов и гранату я с собой таскал бы. Еще два слота. Это был бы молотов и гранат, я думаю, нижние. И было бы все офигенно. Химыч нужна. Химыч классно. Бензин тоже. Определенно. Немножко металла. Низ мы займемся в самую последнюю очередь. Да, надо сначала весь верх разобрать. Электроника. Здесь у нас компонентики. Здесь у нас очень крутые компонентики. Офигенно. Так, еще химыч. Полезно. Так, кто... Там на крыше ящик оружейный, еще надо про него не забыть. На крышу прыгнуть. Окей. И, кстати, я двуспальную кровать теперь могу построить, надо посмотреть. Может, кроватку может быть получше. Так. Давай тебя, конфету возьму. Здесь окей, с этой стороны пока что все. Вот оружейный ящик, но мне пока вот не лезет. А, дерево, да, дерево лезет. Да, вот так вот спускаться намного удобнее, это факт. Так, окей, бензин в стак. Патроны в стак, патроны от дробовика, к сожалению, перебор. Ну или, к счастью, на самом деле, патроны понадобятся. Упс. Так, что у нас еще ткань? Да, бинты, наверное, все же выкинуть. Так, давай патроны мне. Патроны мне, наверное, еще зайдут. И часть оружия тоже. Сюда пока пойдет металлолом. Стекло сюда идет. Изолента сюда идет. Дерево сюда идет. Компоненты сюда идут. Компоненты лучше ко мне пойдут, я думаю. Кевларыча не было. Так, 10 химки, это стак. Окей. Че, вот у нас патроны от пистолета еще стаком будут. Бензин 4 можно стаком. Газировку можно. Стекло и изоленту. Все, все остальное про стак, ну, уже прям забей. Ладно. Ну, тут либо заново приходить, либо придется выбирать. Я думаю, что скорее заново приходить сюда надо будет еще разок. Потому что тут много вкусного именно. Ну, бензин можно немножко простакать. Так, куча металлолома. Давай сначала все самое интересное соберем. Все отсюда. Все отсюда.
Дартс. Хрустальная люстра. Инструмент. Значит, сверху мне осталось не так много всего. В основном я хотел бы патроны тебе забрать сверху. Я тут еще диван надо разбить. А, тут еще эта фигня. Сколько ж тут лута, вообще забей. Эти патроны сверху стака будет. Это будет тоже перебор. Так, окей, давай мы на ту сторону пройдем, посмотрим, все ли я тут забрал. По-моему, вроде да. Да, окей, тут все. Под ним вроде ничего нет. Тут тоже все. Тут все. Ну да, надо с этим этажом, наверное, все-таки заканчивать и потом возвращаться уже на нижний этаж. Тут у нас еще спец. О, все уместилось. Еще три сверху. Так, металлолом уместится, бензин уместится. Окей. То бишь, мне сюда все-таки придется еще один разок подняться. Уи. Так, а если я простакаю тебя... Да, патроны не застакаются. Пак. Одного места не хватает. Не, ну ладно, можно пожрать, окей. Пойдем мы последний раз мотаемся наверх. На самый... Потом мне это уже не понадобится. Так. Сюдой. И сюдой. Вот. Уи. Хорошо, в воду не разбивается. И на том спасибо. Так. Где наш дом? Наш дом там. За маленьким каменным островом как раз. Я не знаю, смысла спать, наверное, уже не будет. Но, во-первых, надо лодку починить. Лодке пол хп всего осталось. Она много выстрелов на себя приняла. А во-вторых, мы не будем спать, позанимаемся чем-нибудь дома, потому что с утреца пойдем сюда обратно. Лутец смотреть. Ну еще, типа, да, зачистка очень мощная. Понравилось. Не зря с собой столько хилок взял. Не зря хилки, в принципе, купил. И по поводу купить, надо, наверное, больше химок будет брать себе все-таки. Очень прям надо. Это все-таки одно упало. Так, что у нас есть? У нас есть металл. У нас есть дерево. У нас есть много чего на продажу. Кстати, простую футболку можно как раз было, да, выбросить. Так. Странно, что у меня порох не в патронах, конечно.
Кевларки тоже. Это реально дофига падает. Это тоже приятно. Части оружия. Сюда бензин. Сюда порох. Сюда еще компоненты. Кожа. Батончик. Батончиков много. Где? Слушай, а увеличенное восстановление выносливости... Выносливость реально капец, как сильно восстанавливается под салатиком. Сейчас будет громко. Ай. Реально лень все это, типа, клик переносить, поэтому приходится немножко терпеть. Громкость в ушах. Так. Окей. Неплохой лут. Бензин. Еще снова дохрена патронов от пистолета. Это для того, чтобы СМГшки использовать почаще. Так. Мутить на время лутания? Так мутить не получится, это ж мут игры нужен. Самой. У меня нету на кнопке мута игры. И мне кажется, нельзя. Ну, то есть, я могу для себя замутить, я не могу замутить для вас. Потому что если я нажму вот эту кнопку, вот, я не буду слышать, а вы будете. Вот можно было бы сделать наоборот, я бы сделал наоборот. Рот его наоборот, да. Но... Нельзя. И единственное, что могу сделать потише, наверное... Аудио... Ну, хотя я тогда стрельбу не буду слушать, если будет потише аудио-звуковых эффектов. Фиг знает. Короче, наверное, просто терпеть. Обнаружено новое место, близнецовые скалы. Что, блин? А, это то, что я сейчас лутал, да? Так, давай мы немножко до 7, до 8 где-то побудем здесь. Для того, чтобы увидеть, хотят на нашу базу нападать сейчас прям или нет. Забавно. Оказывается, я клубнику и лимон посадил. Я про это ничего не знал. Дважды. Трижды. Прикольно. Вот пока от салатика увеличенное восстановление выносливости, капец, приятно дерево рубить, слушай, прям. Супер удобно. Я опять, по-моему, что-то посадил. Ну, сейчас вроде шишки сажаю, сейчас все нормально. Ок, да? Ок, да. Окей, давай лимон, клубничку. И дальше продолжим дерево. Пойдет. Найс. Забить тоже кнопку на ОБСке. Может быть. Я так сейчас думаю, типа, вот мы играем. Потом внезапно звук отрубается. Я лутаюсь, и звук врубается снова. Не. Лучше потерпеть. Деньги у нее не обновились. Мне, блин, у нее химку купить бы надо бы.
Тем более, так плохо это только на метол, на самом деле. И все. Оно так плохо только на метол реагирует. И все 10 химок я могу купить, это приятно. И все 3 хилки я могу... Нифига, у меня тут дорогое что-то, слушай. Что еще можно купить? Укреплённый я, по-моему, покупал уже. Так, ну, 10, допустим, химок еще для будущих патронов. Бригадидзе. Так, что, время 6? Блин, надо до 7 подождать, я думаю. Хотя вроде 6 уже рассвет нормальный. Вроде на меня никто ниоткуда не плывет, что радует. Если бы плыли, по идее, плыли бы где-то часов 6, потому что в 6 уже, ну, не холодно, как бы. Вот, и типа... Если бы рейд был бы... Сейчас, в теории. Вот. Пойдем за второй лутательной ходкой. Я могу попробовать весь металл оставлять у себя, чтобы не громко было. А... Все, кроме металла, в лодку сгружать. Может быть, будет лучше. Но это не точно. Интересно, конечно, здесь будет под водой поплавать. На пассажах автострады. Углам спасения остался один остров, и там 20 человек. Охренеть. 20 чуваков с СМГшками на одном маленьком острове. Ну, или не очень маленьком острове, меня ждут. Ох, это, блин, вкусно будет. Так, значит, наверх особо мне теперь больше не надо. Мы разбираемся теперь тут. По крайней мере, я отсюда сейчас много металлолома тащу еще. Что не может не радовать. Очка. Ага. Так, все, наверх нам не надо. Так, там ничего нет. Тут. Допустим. Так, тут шкафчик. Ага. Ну, кстати, пустынный плюс 3 дает так-то. Майка дает плюс 1, майка фигня. Пустынный норм. Я думаю, что те, которые дают плюс 3, продаются получше. Так, ну и, наверное, все. Идем вниз теперь. Может быть, мне даже в лодку ничего загружать не надо будет. Я весь металлолом на себе утащу. У нас тут, правда, забагованная вот эта фигня есть. Я не знаю, будет она считаться или нет. Но если не хватит там парочки процентов, то будем считать, что это забагованная хрень. И все.
Ну да, 99%. Если то так внизу внезапно ничего нет. В чем я, честно говоря, очень сильно сомневаюсь. Мне кажется, что 1% это вот эта вот забагованная урна. Урна. Здорово, Лео. Нет, тут больше вроде ничего нет. Окей. Значит, забагованная урна. Значит, пофигу. Поехали домой. Мне подарили 3 литра бастарда. Это с намеком или нет? Какое эстрадное название. Ну чё, сходим, возьмем пожрать, возьмем флэрки и пойдем туда. Страшная хрень, конечно, выглядит. Это видно красное сладкое, но все равно название странное. Чицо, у нас снова много метола. Хорошо. Резина становится тоже типа дохрена. Прям, ну, в натуре дохрена. На удивление есть бензин, что тоже не может не радовать. Так, это на продажку. Это химичит электрич. Любма части, блин. Мне, походу, нужен еще один сундук отдельно для частей оружия. Потому что их просто очень-очень много. Так, ну, давай просто сверху поставим сундук на часть оружия. Бастардо убийца? Нет, бастардо это ублюдок. Если чё. Так. 8, 8, 4. Я думаю, что нужно М16 какую-нибудь сделать. У меня для нее 4 пока не было, вроде бы как. СТГ-44 у меня только был. Это 42 урона. Тоже 8. Или М14, как карабин. 60 уродно. Хотя тут доски офигенные нужны. Для офигенных досок можно попробовать сделать уже лесопульку. Она вроде делается нормальной. Вроде как и генератор у меня тоже есть. Ну, можно плавильню переставить, например, туда. Давай мы эту плавилку поставим сюда. Жалко, что дерево исчезает, это прям обидно. Значит, мне нужно что? Металлолом, компоненты и электроника. Теперь нужен провод, нужен бензин зарядить. Нужны доски, судя по всему.
Бензина, бензина. Окей, так. Опа. Рейд днем. А где? Погоди, откуда они? Ау. Как они собрались? Ау. Я надеюсь, торгаши не против, что я в них попадаю. То бишь эти стены забираться им ни хрена не мешают, да? NPC можно убить? Судя по всему, нет. Не. И немножко похрен. Но не самый приятный прикол, честно говоря, только что был. Хорошо хотя бы, когда я дома, чтобы одеть, не приходить сюда еще. На этом спасибо. Окей, еще больше рыбы, больше консервов. Все еще не особо сильно нужные стрелы. Так, так вот, че эта хрень не работала-то? Капец, одна громкая. И абсолютно не там, где показано. Так. Не, ну, в принципе, окей, более-менее. Но теперь я знаю, что они приплывают со стороны, собственно, торгашей. И это не прикольно. И что они могут запрыгнуть сюда какого-то хера из воды. Опять же, у нас из пяти дерева получается одна доска. Еще один маразм. Дерево у нас, конечно, не в дефиците, но, блин, это реально маразм. Тем более, что это тратит времени еще дофига.
да, тратит бензин. А таких деревьев, по идее, типа, надо 20 сейчас. Никого. Окей. Давай так, давай почитимся. Пополним потрошики. Не погнали куда-нибудь. Окей, погнали мы туда или сюда, или туда. Меня немного смущает вот эта фигня, потому что она... А нет, там дальше, вот та фигня супер далеко, видимо. Наверное, этот остров поближе сейчас будет. У нас, кстати, через 4 часа ночь, поэтому, скорее всего, в Сосалд будет ночью продолжаться, что будет не очень хорошо. Флэрк я с собой не взял. Да... Комплекс выглядит трындец. Да, сначала хоть посмотрим, кто тут. Потому что ну его нафиг. Чей будешь? Работорговцы. Но удивлять их тут не должно быть много. В теории. Вот на практике черт его знает. Положительный ваншот. Тут, кстати, железо есть. Что приятно. Я даже не знаю, мне в приседе что-нибудь помогает или нет? Быть в приседе. Есть тут стелс, нет тут стелса, черт его знает. Блин, вот с одной стороны их убивать хочется, потому что проще будет. А с другой стороны не хочется, потому что... Лут не соберешь. Вот это вот грустненько. Я бы с этих чуваков лут очень хотел бы собрать. Но они выглядят опасными, трындец вообще. Попробуем до них добраться быстро. Так, ну, например. Так.
Очень интересно, сколько здесь народу всего. О, патроны для дробовика, между прочим. Любопытно. Я бы хотел наверх, да, сначала побыстрее подняться. Чтоб убитых мной облутать. Окей. Так, одни здесь наверху были, да? Чувак с карабином, с винтовкой. Не, хорошо, что я их убить решил. Не было. Тут лутные вещи не разрушаются, что забавно. И за ними очень удобно прятаться. К сожалению, к врагу тоже относится. Не, ну неплохо, неплохо. Окей, видимо, кто-то снизу все-таки еще остался. Увидеть бы этого кого-то до того, как он начнет по мне стрелять. Да я тоже никого не вижу. А судя по звуку, еще не все. И пострелять то, чтобы привлечь внимание, не работает. Темно становится. Так. Где-то в той стороне, да? Окей. Так. Не понял? Он тоже перемещается, что ли, постоянно? Ага. Все? Ей! Так, у меня вообще нет дерева. Окей. Сейчас мы дело исправим быстренько. Ей! Победа! Найс. Ну вот, теперь можно лутаться. 14 чуваков, так много, серьезно?
не... Или, да. Сколько их было? 48? 15 получается, Лео. Нет, то, что флэрки не взяли, пофиг в итоге, да. Я успел до самой ночи все зачистить. Окей. Блин. Они стакаются только по 10, к сожалению. Вот сюда точно понадобится несколько ходок делать. Я не уверен, что я даже в две смогу. Все вытащить. И так. Сюда. Все по-хорошему, конечно, надо начинать бы сверху. И как обычно вниз спускаться. А я уже, блин, почти фул. Но тут не видно ни черта вообще сверху. Ночью. Окей. Все. А, трупс. Трупик даже один пропустил. Все еще норм. Окей, теперь только металлолом, разве что. Окей, это патроны. Урна. Во, пойдет. Холодильник пока нет, дерево. Окей, можно дерево взять? Но здесь, благо, спускаться не так плохо. Здесь спуск относительно продуман. Блин, как же без салатика медленно восстанавливается вынос, капец. Но территория, да, здоровенная прям, мое почтение. Окей, так. Значит, давай вот это в первую очередь. Дробитель черепов, урон 35. Забавно. Или давай мы просто на пофиг пока все простакаем. А потом будем добирать. В зависимости от того, что там стакается, а что нет. И да, металл я туда тоже положил, и да, снова будет громко. Вот так. Ну, в принципе, если я туда пожрать положил, можно так-то и пожрать сейчас. Мне все-таки. Да, вот. Не то, что все очень было радужно с едой. Так. Ну, что, теперь надо разбирать очень много машин. Если патроны в мейнбаре находятся, они не фиксируются. Нет, они фиксируются, просто. Когда ты умираешь, у тебя бар остается, а весь инвентарь теряется. Поэтому, если я умру, типа, ну, патроны будут просто в инвентаре, я умру, да, то у меня в руках останется дробовик, но в нем не будет патронов. Ну, в смысле, в нем будут, к нему не будет патронов. Поэтому я это ставлю чисто на случай смерти. Чтобы можно было с патронами в сосалт организовывать обратно. А то что-то как-то не всосалтится без патронов. С одним копьем на этих чуваков выходить не самое приятное будет занятие. 8 слотов маловато? Маловато, да. Мы тут совсем недавно размышляли, что надо бы слотов 10, чтобы можно было поставить еще гранату и молотов на слоты допом. Так. Окей, давай тогда сначала с первого этажа, да, начнем. Первый этаж на фулы. Окей, поехали на второй. Жалко, с катушки ничего сделать нельзя, было бы забавно.
Это еще не все. Руби дальше. Как я помню, по НВшке нет, нет, ты много хочешь. Типа, как ты изготовишь ПНВ из подручных материалов так? Хотя, с другой стороны, если бы тут было сломанное ПНВ, ее можно было починить, было бы норм, да. А нет. Окей, так, тут ничего больше нет, да? Здесь тоже вроде ничего больше нет. Окей, три машины. Да. Три машины с этой стороны. В принципе, есть же флэрки. Проблема флэрок в том, что они занимают отдельный слот. Проблема эта весьма большая. Так как слотов-то мало. Типа, либо вместо патронов, если ты умрешь, то ты патроны потеряешь. Либо вместо хилок, и ты не сможешь быстро похилиться, если что. Или вместо оружия, вместо топора какого-нибудь. Глуп, короче. Премиум камин. Серьезно? У меня есть обычный камин, а есть теперь премиум камин. Хера себе. Элитный камин. Элита. Осталось только пальцы вывернуть правильно. Жалко, вот эти ящики не лутаются, было бы прикольно. Наверняка много вкусного в них можно запихнуть. А у нас, тем не менее, тем временем рассвет. Ночку нормально провел так. Продуктивненько. Еще хилка. Хорошо. Что у нас? Место пока есть. Что все такое красное? Рассвет. Окей. Могу порубать. Лень иногда так рубать эту шнягу, но считается же за лут. Значит, рубать надо. Кабмисоль. Звучит-то как. Окей, значит, сюда сейчас надо будет вернуться. Поехали к лодке. Посмотрим, что у нас там стакается. Прикольно, что с собой немного можно в воздухе управлять, поэтому падение сейчас безболезненно прошло. Так. Значит-со. Давай так, давай так. Так, 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 и так, 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 так. Я насчет червяков не очень сильно уверен, да. Так, так. Так, так. Окей, кожу можно. Мясо крупной рыбы, наверное, стоит все-таки выбросить. Это хрень полная будет. Компоненты пока стакаются, это стакается, это все. Ну, боль-мень. Вроде бы. Окей.
Можно все и сейфы вытащить, дочистить верх, наверное, и на этом домой поплыть. Я предлагал сделать рыболовную сеть, а зачем? Не, ну типа на этом этапе да, конечно, можно уже, но зачем? Есть ее смысл делать, если еды мало. Еды навалом. Еды просто охереешь. Зачем еще сетка? Так, ну-ка, как на тебе эта шняга смотрится? Отлично смотрится. Хотя одна больше не на майку, одна больше на корсет похожа. Странно. Немножко обманывает ожидания. Но, как говорится, наши ожидания — это наши проблемы. Да. Итак. Но тут вроде теперь бы все. Окей. Неплохо. Доп патроны. Если рыба больше эффектов дает. Нет, рыба не дает больше эффектов, просто потому что рыбу надо готовить. Можно попробовать выловить пару рыб и посмотреть, что дает вот из двух рыб. Вот эта вот готовка дает, но. Я сильно сомневаюсь, что она будет лучше, чем грибной суп, который хилит на фулы и еду, и воду, дает дофига здоровья, и меньше чего-то там. Уменьшение затрат чего-то там. Я сильно сомневаюсь, что там шняга будет более полезной. Так. Что у нас? Дерево у нас. Дерево 15. Давай пожрем. Резин не простакается. Так лучше. А. О, ботинки на плюс 3. Окей. Ботинки на плюс 3 норм. Вполне норм. Это у нас немножко ткани и немножко металлолома, которых фул. Окей. Так, ну вроде теперь мы полностью со зданием закончили. У нас осталась только огроменная внешка. Вся внешка острова осталась еще. Внешка острова — это сколько процентов? А, подожди. Я уже 86 даже за... Нифига себе. То есть на внешке не то, чтобы очень сильно много осталось, да? Получается. Давай. Меня, походу, мясо крупной рыбы затормаживает здесь. Я не могу назад... Вот. Офигеть. Очень тяжелое мясо было, видимо. Так, чё? Тут есть налобный фонарь, рад за него. Он дорогой, для изучения дорогой, и делать его дорого. Да ну его нафиг. Фонарь этот налобный. Чё-то как-то холодно становится, я должен сказать.
Как-то ветерок подул уже прохладный. Мне, наверное, сейчас надо будет отойти, окошко все-таки прикрыть. Это что-то холодно. Пять лоб, две электроники, одно стекло. Это дорого? Ну, раньше было дорого. Сейчас уже просто пофигу. Раньше электронику нельзя было вообще использовать. Типа вся электроника нужна была. Сейчас уже нет, недорого, просто лень. А до этого я его не делал, потому что да, был дорого. Третий ящик металлолома пошел. Неплохо. Так, сейчас я отойду, ребят, всех. А то так и болит недолго. Болеть в Новый год не хочется как совсем. Так. Это сюда. Это сюда, сюда, сюда. Это продажка. Химыч. Резины становятся достаточно до хрена. Так же, как и патронов от пистолета. Походу, снова дигл вытаскивать надо будет. И с диглом ходить. Упс. Нормально, не так сильно громко в этот раз. Терпимо, не как металл, короче. Так. Это сюда. Окей, вроде все. Так, так. Бинтов тоже становится, типа, нормалек так. 41 бинт. Так, еще дерево. Еще химыч. 88 компонентов слося 22. Да. Так. Кевларка, резина. Спец. Патроны. Да. Пока что патроны пистолетные превалируют. Честно, не очень даже хочется делать СМГшку из-за большой траты патронов. То есть ты видишь врага, и ты должен ря-та-та-та-та-та-та-та в него. А не аккуратненько, вот как я сейчас по одному выстрелу. И вот на ря-та-та, по идее, будет тратиться весьма дохрена патронов. Что плохо. Я не попил, правда. Дай-ка я быстренько смотаюсь и все-таки попью. Блин, вот я не могу забраться, кстати, на свою базу. Как они на мою базу могли забраться так спокойно? Очень хороший вопрос. Еще я знаю, что они приплывали оттуда. То есть мне надо вот этот остров будет сейчас еще посетить. Так, давай мы вообще сделаем вот так. Вообще сожру салатик для выносливости. По поводу фонарика налобного, я его, по-моему, не изучал, да? Я, кстати, могу внезапно аквариум сделать. Интересно, если сделать аквариум, но аквариум находится в производстве. Это значит, что в аквариуме может размножаться рыба?
Я ее на халяву смогу получать. Лео, посмотри аквариум в Вики. Потому что здесь сказано no description, то бишь, описания вообще нет. Я, кстати, забыл лодку починить. Косяк. Но по поводу красивости это понятно. Тут вся игра одна большая красивость. Ну и хотя бы продавать можно, и на том спасибо. Так, ну давай смотреть, что у нас с внешки здесь есть. Во-первых, тут руда есть. Что офигенно. Руду мы, естественно, добудем. Так, давай мы будем разбирать пока маффинки. На Вики не пишет, из чего он крафтится. У меня есть, из чего он крафтится. Мне интересно, нахрена он. Он просто для красивости? Или там на Вики написано, что он что-то делает? Крафтится он из 30 стекла, 20 металлолома и 10 электронных компонентов. Наличие электронных компонентов в крафте обычно говорит о том, что ему требуется энергия. И вот это меня как раз смущает весьма сильно. Потому что если бы нужна энергия для того, чтобы там рыбу какую-нибудь хранить, то... Блюпринт фиштанг, а ты не блюпринт фиштанг, ты просто фиштанг, посмотри. Which is one of many decorative engines you can learn and build with this. А, все-таки декорация, да? Блин. Его даже нет, там есть просто блюпринт. Обалдеть. Я понял. Но бывает. Вики примерно такая же, как сама игра. Ранний доступ. В воде тут вроде ничего нет. Искать что-нибудь особенное в воде не надо. Почем у нас уже... О, уже 93%. Окей. Хоть перепрыгнуть можно. Ну хорошо, что Вики есть. Не, ну так-то да. Чем-нибудь да может помочь. Так, 96%. То бишь еще две какие-то фигни, видимо, остались, да? Я здесь железо видел, железо поинтереснее будет. Здорово, Снарк. Может быть, что-то все-таки в воде будет. Я вроде вот остров уже добегаю. А у нас еще чуть-чуть процентиков осталось. Да. Здесь вроде ничего не было. Так, давай мы пока баллон вытащим. Но вообще не похоже, что что-то в воде будет. Мясо, крупная рыба, пофиг. А, вот еще одна машина. Окей. Мне интересно, как будет работать детектор руд. Я думаю, ты его в руку берешь, он типа пикает, если рядом руда. Все. Так как я не то, чтобы прям сильно охочусь за рудой, да, с одной стороны надо, а с другой стороны вообще плевать, то я и детектор руд как бы не смогу делать. Я не думаю, что он прям необходим. Окей.
97. Всего 1% прибавился. Так, ну здесь есть что-то еще интересненькое, по идее. Может быть, я что-то наверху не дособрал, надо бы снова наверх смотаться. А потом... Нет, давай сначала оплывем, чтобы не было поздно и холодно. А потом смотаемся наверх. Благо, оплывать мне быстро, потому что ласка. Черепахнутые. Восстановление выносливости баф кончился от салатика. Я хочу акулью шкурку. В принципе, наверное, можно, почему бы нет. Либо она жирная, либо я не попадаю. И она только что приближалась очень близко ко мне, а потом перестала. Странно. Ну ладно. Окей. А, вот снова. Слушай, а этот рыбёк уже прям охотится за тобой? То есть если ты начинаешь прям погружаться, одна реально, в отличие от той акулки, которая с самого начала... Это вот молотобойка прямо хочется с тобой. Я ее только по тени увидел. То есть я ныряю, я вижу, что тень ее начинает приближаться. Я немного офигел аж. Но тут нет, тут под водой ничего нет. Значит, я что-то упускаю здесь, на самом острове еще. Окей, давай еще раз пробежимся здесь, а то бишь тут, а. Потому что эти 3% оставшиеся могут быть действительно чем-то важным. Кейф, например, как в прошлый раз. Я думал, что пропустил какую-то фигню, а пропустил сейф. Акула молот вообще по природе не нападает на человека, но тут другая природа просто. А, вот, смотри, есть. Вот эту фигню я опустил. А, и тут машина как раз. Так, я умудрился выпускать все это время. Капец. Ей! 100%! Найс. Ну ва. Весьма неплохая стопудовая зачистка. В итоге, ну, за полтора раза все увести. Поехали. Да, меня сейчас будет интересовать вот этот остров, потому что предположить... Либо вон тот. Потому что откуда-то оттуда или отсюда... Ну, хотя, может, там просто спаун. Я вот думаю, типа... Тот сосалт, который на тебя прется, он прется с определенного направления? Или он просто рандомно спаунится? Непонятно. У меня бензин еще был, да. Заправить сразу, потому что почему бы нет. Слушай, давай посмотрим. Я сейчас чуть-чуть заверну сюда. Мне интересно, реально респаунятся коробки или нет. Потому что сейчас здесь прошло уже очень много времени. Если одни респаунятся, они должны уже зареспаться. Потому что если нет, то, ну, то бишь, лут в этой игре все-таки конечен будет. Неа. Окей, значит, лут, который разрушается в этой игре, все-таки конечен. Но при этом руда и растения, они респаунятся.
Интересно. Ты тут скайскрепер ходил? Я в него... Ну как? В него нельзя пойти. Это нейтральная территория. И ты в нее просто не пойдешь. Она там типа закрыта. То есть там как бы не хватает расстояния, чтобы туда пройти. Там как бы, ну... Вроде как и можно было бы пройти бы. Но как бы тебя туда не пускают. Поэтому он такой достаточно бесполезный получается. Там городской центр с этими скайскреперами, и там очень большие домики под водой. Не, ну с одной стороны логично, потому что лут имбовый, да, если бы он еще и респаунился, это было бы совсем имба. Но с другой стороны, конечно, да, немножко обидно. Респаунящийся лут — это прикольно. Я даже смогу сейчас поспать нормально, кстати. Очень вовремя будет спать. Скоро надо будет переходить на сырые продукты уже все-таки. Или поставить обратно плиту и просто там вот крупную рыбу тупо жарить. Червяков много всяких. Там чувак залез в этот небоскреб, а вылезти уже не смог. Косяк. Так-то. Так. Починиться. С патронами вроде все норм. Сирена, пулемет. Фара! Мощный фонарь на голове. Ну давай попробуем мощный фонарь на голове изучить. Фара, блин. Для всех, для одних энергия требуется, электричество. То есть это просто глупо. Зачем тебе электрофонарь, когда у тебя вот эта халява горит? Непонятно. Очень хотелось бы изучить гранату какую-нибудь мощную. Было бы здорово. А, погоди. Так ты ее тоже заряжать должен. Она еще на башке очень сильно мешается. Ты ее должен заряжать, либо... Ты должен использовать аккум. Наверное. Я так сильно подозреваю, что мне надо еще отдельную какую-нибудь шнягу, которая будет заряжать его. Аккум с собой? А как он будет у тебя светить? Если я даже... А, L. Эл ничего не делает. Короче, нахрен надо. Нам и без него неплохо живется.
батарея рядом в спецслот не ставится. Ее не дают тебе в спецслот поставить как факт. Видишь? Да, нужна хрень для зарядки гаджетов, да. Вот, зарядное устройство. А, нет, ну хотя это для зарядки аккумулятора вроде как. Фиг знает, короче, и не особо сильно нужно. Честно. Так. Чё, погнали? У нас всё пусто. Брм-брм. Поехали туда. Мне для начала очень интересно, что там за айсберг был, который я несколько раз видел. Я опять лодку не починил. Фо. Я очень надеюсь, что сегодня мою базу не будут рейдить из-за этого. Флайтки возьми. Не, зачем? У нас 6 часов утра. Мне, по идее, без флайтки должно быть норм сейчас. Да, вон та фигня очень любопытная. Это такое. Пойдем сначала на нее, потом, может быть, на этот остров можно пройти. Остров тоже здоровенный. Похоже на какую-то заброшенную базу, скорее. Там супер далекие небоскребы есть. Страдная база. Это я не все изучал, потому что здесь надо под водой много плавать, пока лень. Там наверняка что-нибудь очень вкусное будет, но реально лень под водой плавать пока. Мне интересно, что вот этот за айсберг. По крайней мере, точка интереса уже является. Просто айсберг. Тут, видимо, внизу будет холодно. Да. Просто тупо айсберг, все. Окей, ну чё, подчадные. Я бы бинокль всё же с собой носил. Слоты. Ей. Не в голову, конечно, но неплохо. Просадка патронов здесь жесть. Баллистика, это прям. Это кто у нас вообще? А, еще работа. Металлическая шахта? Ага. Да ладно. Окей. Металлическая шахта, это любопытно. Один пока. А, нет, тут двое. Ау! Через потолок, что ли? А, нет. Как его все... Вы видели, как его дробинки классно облетели? Офигеть. Кстати говоря, про бинокль. Thank you.
Я знаю, что там чуваки наверху были. А вот как в это наверху попасть? Это тоже звучит как винтовка, кстати. Пять патронов и все мимо. Ну-ну, верю. Слушай, реально, как наверх попасть? Воу! Это было очень неожиданно. Это было очень неожиданно, но очень стрёмно. Лестница была в проеме, блин, я не видел. Какая милая музыка, а? Давай на всякий случай похилюсь, пригодится. Ну хоть попадать начал. Там наверху уже вряд ли что-то есть. Можно посмотреть, есть ли что-то на здании. А, туда нельзя забраться, в принципе. Окей. Приятно, что поесть, попить дают. Удобно, трындец. Окей. Ну, поехали дальше. Удобно. Никого нет. Вопрос, это все или нет? Нет. Музыка тут же ответ дала. Винтовка была. Больно. Такс. Теперь мне хватает 5 дерева, да? Нет! Окей. Кто-то еще остался. Я там наверху никого не вижу, наверное, вот тут вот кто-то остался внутри еще. Через стекло нельзя. Что-то еще есть.
Так. А теперь. А теперь можно. Ей! Фулыч. Найс. Окей. Мой остров, ёпта. Чё у нас тут любопытного? По краям вроде ничего любопытного особо нет. Из любопытного у нас, по сути, только... Должна быть руда. Так как это шахта. Но это не точно. Ну вот, типа, руда есть. Но я думаю, что руду мы будем добывать в последнюю очередь, а сначала мы пролутаемся. По полной программе. Окей. Митя видел? Я видел в Мите железо. Они тут все есть. Вопрос, конечно, сколько? Окей. Хилка пригодится. Так, много патронов на пистолет, ни хрена патронов на дробовик. На винтовку тоже простакали, нормально. Время 12, я, наверное, до ночи даже успею следующую сходку сюда сделать и дособирать через. Так, с этим норм. Так. В принципе, знакомая фигня. И да, вот та бочка должна быть моей, если что. Ага. То, что считается лутом, тоже упускать не очень сильно приятно. Так, теперь здесь. Это не считается. И резина. И махина. Еще больше металлолома. Я не уверен, что ты здесь его берешь. Ага, 17. Окей, ну... Три металлолома пустые, окей. Ну, пойдем в лодочку загрузим пока все. Потом уже будем смотреть, стакать. Так. Тоже не хватает немножко кнопочки, типа загрузить все. Тоже такую кнопочку получить было бы офигенно. Так. Металлолом мы весь берем. Окей. Много вкусняшков. Приятно. И давай, наверное, еще один дом зачистим. Сначала зачистим все строения, а потом будем уже по самому острову гулять и смотреть, что в острове зачищать надо. И бочка, сейф. Колечко очень неплохое, да, кольцо с бриллиантом за 150. Вполне себе неплохо продаваться должно. Ну и, собственно, продается. О. Много мусора. Хотя тут ботинки плюс 2 дают. Может быть, хоть что-то одни стоить да будут. С другой стороны, мои ботинки плюс 3 и бродни, они все равно лучше. Окей. Вроде ничего нет.
Чё, вроде все здания почищены, и это у нас 91% был. Неплохо. Может, всё-таки получится вместить всё в один заход? Хотя тут руды, типа, много. Ну, давай посмотрим, что я тут ещё не добыл. Ага, ещё металлолом. Много. Шаг, у тебя завтра последний стрим в этом году? Да. Что-то я пока больше не особо чего вижу, что можно снаружи полутать. А что-то, да блин, есть. Может, я что-то наверху упустил, кстати? Может быть. А тут нифига нет. Можно, конечно, проплавать, посмотреть. Может быть, что-нибудь там есть. Под водой. А, не, вот еще металл. Окей. Девяносто семь. Одна-две фигни осталось. Окей, давай сплаваем, но без баллона только. Интересно, будет ли акулка опять какая-нибудь. Ну, вроде как нет ни хрена вообще. Дно вроде, да, относительно близко, то есть что-нибудь валяться могло бы, но нет. Желтый не разбирается, к сожалению, да. Вроде здоровый, вроде прикольный, но не разбирается. Просто декорация. Окей, не, под водой нет ни хрена. То бишь, у нас где-то здесь еще осталось что-то, что надо бы разобрать. Что, может, где-нибудь... Нет, это, наверное, вообще не считается. Камера разобрать нельзя. Фигня вроде просто не разбирается. Тут на крыше ничего нет. Короче, где-то 3%, блин, валяются. Я хотя где? Так, давай сначала разгрузимся, потом будем руду уже добывать. На full инвентарь руды надо будет. А, ладно. Так, на
Значит так, давай смотреть, что у нас тут есть. На самом деле, мне бы металл себе, да, чтобы не громко было. Так, эту броню можно, ну, в смысле, майку можно выкидывать. Это сюда, это сюда, это сюда. Секунду, ребят. Ботинки, наверное, тоже пока повыкидываем. Я не думаю, что они мне нужны. В крайнем случае, еду можно сожрать будет. Да. И три дерева тоже выкинуть. И три резины, кстати, в принципе, тоже можно выкинуть. Потому что резины у меня просто обалдеть сколько. Ладно, давай добывать пока металл. Может быть, еще раз по острову пройдусь, пока металл добываю. Что-нибудь еще увижу. Сколько здесь рудные в одной точке? Капец. Так. Тут руды больше нет. Окей. С этой стороны только камушки. Интересно, может быть ли тут какой-нибудь баг, что какой-нибудь лут спаунится там в стене, например. Что-нибудь такое. Ты в итоге его взять не можешь, а он как бы нужен для 100% зачистки. Вряд ли, конечно, тут стены не настолько толстые, чтобы все скрыть, но тем не менее, мало ли. Да не, шлёпма нормалёк. Благо всё чинится очень легко, быстро и бесплатно. Это немаловажно. Ещё два в одном. Окей. Металла здесь реально много, это не может не радовать. Как раз очень сильно нужное железо, чтобы сталь тупую для дебилов сделать. Мне, походу, придется один день снова поторчать дома для того, чтобы просто плавить всякое. О, вот она бочка! Ей, найс. Так, ну давай мы от двух ботинок избавимся сразу. И от трех дерева. Это сожрем. Это сожрем, все. И появилось дохрена место снова. Вот. Ей! 100%! Найс! Приятно, капец. Ну я вроде металла особо сильно больше не вижу, вот тут наверху еще медька есть. И вроде как бы и все бы. Больше плавил? Да не, зачем? С тремя плавилками вполне себе неплохо. Все. Еще один 100% остров, это очень приятно. Еп, поехали домой. Собственно, вот даль еще. Я
Да, айсберг, вон тот далекий и тот далекий. Меня очень сильно интересует вон там многоэтажка. Потому что, возможно, самые далекие, одни самые продвинутые должны быть теории. То есть, может, там какие-то вообще лютые чуваки обитают. К ним приехать, посмотреть что-то как там. До ночи успели. Ну, по сути, не успели. Сейчас ночь уже вот идет. Просто мне на ночь пофигу немного. Здорово, Андрей. Ну, здорово, чтобы много руды было. Прям хороший остров рудный. И эта руда будет на этом острове восстанавливаться, что тоже немаловажно. То бишь, руды будет еще больше. Мяу. Сначала руду даду. Так. Медьку сюда. Железо сюда. Пока мы его поставим, конечно, потому что мне надо сначала простакаться. Так. Окей. Ткань. Резина. Химыч, компоненты. Химыч становится много. Приятно. Так, ухи. Так, что? Он раньше не тратился, но он мне показан, что он разряжен. Поэтому я не знаю, что с этим фонариком делать. Ты его сюда ставишь, он показан, что он разряжен, видишь? Я нажимаю L переключить, ничего не происходит. Я фиг знает. Так. Сюда. Булка. Походу надо будет отдельно химку складывать, что ли. Обновили, бывает, бывает. Так, металлолом сюда. Патроны сюда. Охренеть, патроны под пистолет. Бензин. Так, ну что, еще доску поставить, наверное, надо будет, да? И постоять, поплавить металл. И будем попутно салатик еще делать? Конечно же, будем. Так. И заправить. Ну, конечно, типа, одна доска из пяти досок — это трындец. И звук не очень приятный, это факт. Тогда нужно купить батарейку для носимых устройств. Я так и сделал, у меня есть батарейка. Но она не работает из инвентаря, она не работает рядом, она не вставляется в него. Поэтому я не знаю, как это... Как ей пользоваться? Это прям очень хороший вопрос тоже.
Надо бы, наверное, первую сталь все же не на оружие, а на броню, я думаю, будет потратить, да? Сколько у нас винтовочные патроны стоят? 2 меди. Может, как прицел? Нет, потому что прицел ты типа просто ставишь в спецслот, и он как бы используется. А кум нельзя поставить в спецслот. То есть вот он сюда не ставится. Никакой слот не подсвечивается. Потому что, может быть, ну там фигня для зарядки аккумулятора, по идее. А не для зарядки фигни, для, ну, для которой нужен аккумулятор. Поэтому я говорю, просто непонятно. Но если пилка хотя бы не так много бензина жрет, то на том спасибо. Тоже с собой дофига бывает. Мне странно, что оно пилит справа, а звук идет в левое ухо. Вот это трындец, блин, странно. Мех. Она, по-моему, пили столько же, сколько суп готовится почти. Может быть, чуть-чуть побыстрее. Ой, суп. Салат. Вообще, надо попробовать суп сделать тоже. Потому что, по-моему, у меня грибасы появились. Что не может не радовать. Этот стальные слитки трындец долго делаются. ФП, это калаш, вот. Одна шняга у меня все-таки такая есть. Радует. Еще тебе надо было. Тебе нужно мясо птиц. А, нет, у меня всего 3 гриба, слушай. О, капец, у меня грибов мало. Обидно. Угля тоже жрет неплохо, но благо. Уж чего, а угля мы делаем обдолбаться как много. Вот эта фигня полностью восстанавливает уровень гидратации рыбная. Но я прям даже не знаю. Суп все-таки самый крутой был. Можно, конечно, пофиг рыбу половить сейчас попробовать. Времени полно, рыбы примерно, этих наживок тоже.
Мне еще нравится, как эта пила пилит повдоль. То есть она по-хорошему должна пилить поперек, но нет, она пилит повдоль. Окей, итого 14 спецбревен у меня есть. Так. Давай пока сюда. Это я зря сделал. Так. Опа. Приплыли, да? С той стороны в этот раз. Оу. Нифига себе их плывет. Оу. Вот это нахер попрыгуны. Вот это я понимаю. А можно я тоже так смогу запрыгивать по зязе? Я так запрыгивать не могу. Как они. Что? Не понял? Ау. А, поздун. Да, плывут они с рандомных островов. Окей, у меня 5 слитков стали теперь есть. Нападения какие-то очень рандомные получаются в итоге. Так. Внезапно поверху стрелять начали жопы. Ну, допустим. Да, и лодку потрепало в плавании весьма неплохо в итоге, да. Круто. Окей, так. Допустим. Окей, что тебе для ППХ надо? Железные слитки, компоненты, части оружия. Этого у нас как раз навалом. Эй, пепешко. Так, ну чё, ПП вместо дробовика пока пойдет? Аж парочку... Таков пистолетных пуль. Я с собой возьму. Так, пипеха. Не, ну типа вблизи, наверное, прошибать будет нормалек. Ну а там посмотрим.
Так. Тут, наверное, пока все. Хотя я бы броню сделал еще, да. Окей. Так. Больше всего страдают шли... А, подожди, мне надо 7 на фул, а у меня будет пока 6. А, окей, подожди. Давай 7. Я тогда себе вполне фул броню поставлю. Офигенно. Окей, что еще надо? Резина кевлар, ткань стекло. Резина кевлар, ткань стекло. Шлема спецназа. Броня спецназа. Эй. Было 30, стало 45. Ничего так. Выглядит, конечно, ничего так. Как она это таскает, вообще непонятно. Домик покрасить. Домик не красить, на домик обои нужны будут. Тут он как бы не красится, тут обоями все делаются. Обои 2. Так. И шлема. Ей. Кайф. И на лбе теперь не 18, а 35. Лоб защищен. Окей. Ну что, теперь можно и погулять так-то. Куда мы теперь пойдем-ка? Если идем надолго, то пойдем проверим, что вот это вот самая далекая часть, которая есть здесь. Которая даже за пределами карты, как бы. Это очень забавно. Фиг знает, хватит ли литров, кстати, назад вернуться. Ну, по идее, 13 литров должно хватить туда-обратно. Погоди, а за почем там яхта строится? А, ну, во-первых, я могу вертолет построить. 10 стали, 15 крутых досок. 15 крутых досок не проблема, а вот 10 стали, то бишь 50 слитков железа еще нихера себе так-то. Это да. Приятного, Андрей, да. Та фигня еще в пределах карты, как бы. Да уже нет. Так, у нас... У охотников один остров остался, 15 врагов. И у клана спасения один остров, 20 врагов. А дальше идут военные головы. И вот сдается мне, что один из этих островов один из последних для кого-то. Если там военные головы окажутся, может быть, я туда все-таки пойду. Потому что военные головы, это будет уже больно. Яхта легко, но долго. А она медленнее, что ли? Что ли? А, плавить. Тогда да. Интересно. И кто у нас тут такой? Да, военные головы. Какое-то место прям, ну, очень открытое.
прям неприятно открытая. Ну, 10 патронов для пистолета пригодятся явно. Оу. Хера, тут прикол уже. Окей, но с хедшоты в тело все равно умирают. Как они умудряются так укрываться, блин, а? Тут, возможно, гранаты бы пригодились, кстати, да. Капец, они жесткие. Не казалось ли где-то здесь труп должен был быть? Почему-то патрон попал сюда. Что было сейчас очень странно. А, это есть тут. По-моему, наверху... Да, вот он. Ну? Покажись, блин. Лутать надо трубку уже. Кольцо драгоценное на трупе. Фига. А вот и граната, кстати. Пойдет. Еще одна граната. Как-то он ее очень неохотно недалеко кидает. Thank you.
Я не уверен, что я всех наверху убил. Они, блин. А, вот как они, блин. А граната была неплохой, походу, все-таки. Бесит трандец, он по мне попадает, я по нему не могу. Окей. А, нет, не окей еще. Какой-то окей есть, но не совсем. Но тут народу нормальный гранат, блин, тоже нормально. Так-то. Так, а где музыка-то? Почему музыка? Кто-нибудь кого-нибудь еще видит? У меня почти фулл инвентарь уже, обалдеть. Кстати, СТГшка! Найс! Офигенно. Самая мощная, я так подозреваю, автоматическая винтовка все-таки. Так, теперь вопрос. Мне нужно дерево. Вообще поставим флаг или нет? Вообще неплохо. Хорошо концентрированные, отличные солдаты. Вот если такие будут на меня плыть, это будет уже рвань. Ей, наш остров! Найс! Охеренно. То бишь в домиках особо сильно ничего не будет, да? Здесь руда есть, машинки есть. Домики пустые есть. Так. Попьем, пожрем. Все круто, гранаты. Так, поехали туда. Минус один остров самым крутым парням. Прикольно. Я самый крутой парень. Такс. Что у нас в итоге получается? Патрон от винтовки сюда, ровно 60, удобно трандец. Части сюда, драгоценности сюда. Гранаты пока точно, да. Стак сюда. Что ж. Трупаки я вроде как все собрал. Можно на всякий случай проверить. Есть ли еще где-нибудь трупс, который я не обобрал. Но вроде бы я все собрал. Хорошо укрепленная точка тоже. И домики хомяк нахмурил брови. Ну, что поделать. Не все хомяку праздник. Так.
А как раз темнеть начинает. Стул. Деревянное кресло. Просто. Потому что почему бы и нет. Молотов как граната, только урон не мгновенный, мобы горят и стреляют. Найс. Очень полезно, да. Окей. Ну давай, главный лут. Большой генератор. А я смотрел отзыв у чувака, который типа, вот, генератор есть только маленький, чего вы не сделаете большой генератор. Было бы здорово. А, видимо, чувак просто не играл нормально. И еще один главный лут. О, окей. Еще больше гранат. Не, ну сюда... То есть основу я сейчас, конечно, разберу. А потом сюда придется идти и... Сюда потом придется идти и добывать все металлы. Вот это все, что здесь на острове есть. Прям отдельно. То есть это минимум две ходки. Первая военная, вторая ресурсная. А, блин, бензик был, я слепук. Окей, сляподыр, сляподыр. Окей. Ну, в темноте, конечно, будет тяжко искать всякое, но что поделать. Да, с фонариком было бы попроще. Жалко, не работает. Машинки бензин дают. Но саму заправочную разобрать, к сожалению, нельзя. Немножко грустненько. Наверняка аппарат эти с водой тоже разобрать нельзя будет. Они так, декоративные. Просто, блин, в мусорке один компонент, все. Так. А, не. Это я как будто за стеной это дело забрал, да? Да, это я за стеной забрал. Действительно, холодильнички вот эти все, они декоративные. Что-то она дружит отчетливо. О! Морская быстрая! Фига! О, стрипер. Найс. Вот это можно и дом повесить. Морская быстрая! Лодка. Чего? Деревянная парусная лодка? Что нахрен? А, у них у всех описание одно и то же, да? Ну... 8 стали, в принципе. Она сама по себе крепче. Если она реально еще и быстрая, то почему бы нет? Надо где-то 8 стали только умудриться добыть. И все, да? И будет офигенно. Я не против абсолютно такой лодки. Так. Давай убедим, что мы наверху точно все забрали. Да, окей, наверху вроде все забрали. Я удивлен, на самом деле, сколько рандомных рецептов здесь есть. Это действительно прикольно. Игрушка поначалу кажется очень-очень маленькой, а на деле, не, хрен там. В игре действительно много всего есть, просто это много всего надо долго открывать. Так, а здесь что-нибудь? О!
Что-нибудь было. Перчатки с броней плюс один. Это мусор. Флэрич! Найс. Освещай, чтоб горело ясно. Флэрк светит через стены. Это прикольно. А, во, лут. Ну как лут? Не, ну картина прикольная, окей. Я не против картины. Так, не, ну давай мы его добудем. Этот металл просто валяется. Так, пойдем немножко разгрузимся. Флэрк освещает прикольно. Еще так, так, так. И теперь давай обменять на что-нибудь более полезное. Так. Все, остальные исключительно стаки. Да, все стаки, все норм. Окей. Ну, сейчас добьемся, можно будет домыть его. В принципе, самое ценное я здесь собрал, я так сильно подозреваю. У нас остались здесь только рандомные дома. Сколько у нас тут? 62%. Окей. Рандомные домики, рандомные машины с не менее рандомным металлоломом. И вроде бы как бы и все бы. Что происходило последние 10 минут, зачистка очень стрёмного острова. Два червяка дни. Видно, что вот это ничего разобрать нельзя. Камон. Фига себе. А, это флэр кончилось. От одного молотова может моб сдохнуть. Проверять надо, сколько урона у молотова. У моба в районе 200 хп. Я так сильно подозреваю из-за брони. Может быть 220-230. А сколько урона у молотова? Хз. Крыши ничего вкусного нет. Че, в принципе, все. Тут рандомные машины остались. Плюс я пару руд видел. Я бы железную руду, например, бы добыл. В отличие от медной. Прикольно, что не по всему острову враги были, а просто вот сконцентрированы в одном месте. Капец, это удобно защищать. Ага. Я через эту фигню проваливаюсь, да? Ноклипный дом. Ну, я так подозреваю, да, что дома здесь просто пустые. Много медной руды. Картопли было. Например, еще один слот есть. И
блин, здоровый остров, зараза. Интересно, есть ли что-нибудь еще в воде вокруг? Между прочим, тоже может быть. Топовые брони, да? Прикольно. Проблема в том, что тут у большинства все-таки есть броня очень неплохая. Всех без топовых броней я, по-моему, уже посливал. У работорговцев 3 острова, 20 человек, у клан спасения 1 остров, у союзных охотников 1 остров. Мне кажется, что один из островов вот там, ближайший, который мой. Один из близких. Ну а еще тут глубоко трымдец. Типа вообще супер глубоко. Даже дна не видно. Одна здесь не видно, я так сильно подозреваю, потому что мы за пределами вот этой вот сеточки. Окей, 79% пойдет. Поехали домой. Вот этот остров тоже любопытный будет. Потому что наверняка он... Не самых крутых чуваков, а одних из последних, которые можно забрать и все. Молотов освещал хорошо, недолго кинь молотов разок. Но у меня с собой его нет, но я могу попробовать на зачистку на какой-нибудь следующий молотов кинуть. По-моему, последний южный остров, который у меня остался незачищенный мной. Любопытненько тоже. И вроде строений много. Если они крутые, то оттуда можно много оружия вынести будет. СМГшка, кстати, показала себя неплохо, хотя мне кажется, что в некоторых ситуациях дробовик был бы лучше. Но СМГ работает и на ближней, и на средней дистанции, в отличие от дробовика, который работает только на ближней. Поэтому, в принципе, да, винтовка СМГшка — это не такой плохой вариант. У нее патронов больше, чем у Дигла, у нее чуть меньше урона, чем у Дигла, но Дигл так часто не сможет стрелять, то есть очередь просто ратата и убить врага. Кстати говоря, когда ты в Стиме смотришь видео, превьюшку этой игры, там у торгаша намного больше предметов, чем сейчас у нас доступно. Я думаю, если у торговца не будет больше предметов, будет как-то грустненько. Торгаш только один, это факт. Грустно, что у него ассортимент один и тот же. Хотелось бы, чтобы ассортимент рос по мере игры. Так, металл. У меня, походу, сейчас металлом и следующий сундук тоже забьется. Окей, так. Бензин я весь только что слил. Лил. Так. Ганька. Резинка. Кевларка. Интересно, сколько кевларыч стоит? По сути, я самую топовую броню сделал, поэтому кевларку можно по факту так-то и продавать уже. Так, окей. Химку мы ставим отдельно сюда. Хилок появилось вообще трындец много, тоже очень приятно.
Раньше проблемы были. Найс, неоновая демонька. Плюс еще одна картина. Та же картина, кстати говоря. Ну, собственно, пока сюда, дальше на продажу. Пять гранат стак всего. Пихалыч, ну что это такое? Так. То есть я потратил какие-то патроны на зачистку, но при этом суммарно вытащил 300, а нет, 2 стака их. Двадцатка кевлара. Это реально, блин, продавать походу надо сейчас. Так, ну давай посмотрим. Настолько полный инвентарь уже, что прям забей. И давай пока вот это. Так, модам. Ну хотя бы обновилось, уже неплохо. Пока всякая недорогая фигня. Окей. Так, теперь вопрос. Нихера себе! Один кевлар стоит 23 дерева! Йо-йо-йо-йо-йой. Окей. Not bad. Not bad. Что ж. Так. То есть мрамор типа супер дорогой, да? Это все от энергии, кстати, питается. Ладно. Ну и типа больше мне просто нечего покупать. У нее сплошная хрень, а у меня еще драгоценности есть. Здесь нужен другой торгаш, который будет продавать вещи поинтереснее. Самые дорогие-то у меня остались вот эти по 100, эти по 150, это по 50. Это по 20. Это по 50. То есть вот все. Самое дорогое то, что у меня было, у меня все еще осталось. Круто. Как будто, блин, игру прошел только что. Ну да, кевларыч прям... Вау, сколько стоит.
Так, а куда я мрамор делаю? Ты пришла, пока вот постояла, пока сейчас пойдешь, пока сольешь, как раз меня придут. Ну да. Такс. Дерево седой. На маму опять смешинка напала. Так, мрамор тут. Хрен его знает, нахрена мне столько мрамора, но окей, да, пускай будет. Еще у меня 126 монет, то бишь 1260 стоимости. Даже ничего так. Так. В принципе, можно жрать консервы, пить газировку. У меня их просто много. Так. Все? Вроде никто не нападает, так что, в принципе, можно туда, на последний остров, сейчас мотаться. Брам-брам. Где он там был? Правее вон тех, да? Флэрки зачем? Мне флэр еще не нужно. Я не планирую ночью там воевать. Ну и у нас вместо флэрки коктейль Молотова, да. Один. Я надеюсь, что я... А, подожди, Андрей, а тут если ты горишь от коктейля Молотова, во-первых, хорошо, что враги в тебя его не бросают. И гранаты тоже. А во-вторых, если ты горишь от коктейля Молотова, но нырнешь в воду, ты потушишься или нет? Вопрос такой нескромный. А то приколись, нет. Опасненько коктейль Молотова кидать будет. Что там с налобником? Ничего. Не работает и все. Ну или работает, но это за как? Такое. Так. Да, это последняя нижняя локация. Дальше у нас только верхние локи будут. Не знаю. Не, пока мне нравится, что в тебя мобы гранаты и Молотова не кидают. А то... Ваншотиться от гранаты было бы неприятно. Гранаты бросают? Да ладно! Ой. Это хреново, а? Тут в воде еще что-то. Это тоже военные головы. Ой-ой-ой-ой-ой. Сто 95 в голову попал. Неплохо. Минус. Тоже в голову попал. Хорош. Минус 2 на начало, уже неплохо. Как по мне таким. Ау. Да блин, да как ты в меня попадаешь-то? Я его не вижу, а он меня, блин, видит. Это уже какая-то серьезная винтовка. Так.
молотов кинуть теперь? Не, он капец недалеко летит. Он даже туда, за забор не долетел. Много за укрытием, кстати. И они в меня через укрытие стреляют, а я в них не могу. Ау. А, сверху. Ай. Окей, сверху от меня еще один чувак. Это либо в труп постоянно считается, либо одно из двух. Ты есть? Нет. Там вроде я обоих слил. Блин, хотелось бы туда перебежать, конечно, бы. Быстрее его забрать. И откуда он стреляет? Да, фак! Это что за урон был сейчас? Нихера себе. Окей, он меня просто с двух пулей положил. Найс. Супер беспалевно. Мило. Не ожидал с двух пулей сдохнуть. Вообще ни разу. Окей, поплыли, ёпты, время 15:47. Yeah. И это ты в топ-броне? Да. Но мне, судя по всему, он просто два хедшота прописал. Вот я и сдох так весело. Но что-то я вообще не понял, откуда он.
в меня стрелял. Так вообще, как будто то ли он слева сразу был и просто в упор меня расстрелял. То ли одно из двух. Ну, собственно, топовые чуваки против меня. Ну, да, ладно. Топовая броня топовых чуваков здесь не очень сильно спасает. По сути, я, конечно, сам знал, на что я иду. Но умереть все-таки с двух патронов не рассчитывал. Хорошо, что, походу, ласты стакаются. Интересно, если я еще одни ласты себе сделаю внутри. Надо было попробовать. Сделать себе еще одни крутые ласты и посмотреть, стакаются они или нет. Потому что я под шифтом двигаюсь явно быстрее, чем моя моторная лодка. То бишь быстрее, чем 86 км в час. Вплавь. А еще грустно, что все трупы, блин... А, там... Внезапно. Okay. Это что, два последних было, что ли? И все? Серьезно? Я умер от двух последних чуваков? Походу, да. Блин, обидно. Значит, он реально где-то вблизи, прям в мили был и в мили меня расстрелял. О, туда же запасался. Что у нас тут еще есть? Если бы тут кто-нибудь еще остался, но больше тут трупаков нет. Окей. Да, я сдох от последних двух, блин, обидно. Ну, давай. Ну давай смотри, что у нас тут. Много вкусняшков. Надо бы дерево и ткань, чтобы поставить флаг. База одиноких, блин. Очень много одиноких набралось. Окей. Опять мне всю эту хренотню ночью зачищать. Но сейчас с дробовиком я бы такое сделать не смог. Это прикольно. СМГшка, да, весьма неплоха. Рецепт гранаты. Not bad. Так, значит, это у нас мусор. Окей, так. Давай быстренько сейчас сгрузимся. 20% только. Такое чувство, как будто здесь под водой что-то будет. Если это только 20%. Где-то я там дерево уронил. А, вот дерево будет.
плюх. Окей, моя база. Не, ну сразу бы они не резнулись бы, не. Но поутру, я думаю, могли бы, как в прошлый раз. На попадалово. Как чувак резнулся на вышке сразу. Поехали сюда сначала. Никого. Где? Внутри дома-то не был. Двухэтажный, все дела. Лишнего молота у нас и нет. Не-а. Я один кин. Ну вот, самая главная проблема в том, что перс кидает очень недалеко, что гранат, что молотов. Я не могу просто так вот отсюда им вон туда его закинуть в дом и все. Я отсюда могу только, дай бог, до стены докинуть. И то не факт. То есть просто перс очень слабо кидает. Диванов они тебя ставят, конечно, жесть. Диван призрак. Призрак? Признак могущества, видимо. Окей, броня один мусор, броня один мусор, броня один мусор. Поэтому эта мини-юбочка тоже идет. Так, о, сейф. Нифига себе, пропустил. Гитарка. Я не уверен насчет одной монеты. Типа, целый слот ради одной монеты, которая стоит 10. Но... Так, давай мы посмотрим, что я в лодку могу сгрузить пока. Так, что у нас тут еще есть? Патроны дробовика уже не стак, уже перебор. Бинт, наверное, можно все же выкинуть один-то. А, ты 20 стакаешься. Окей, ну много бездымного пороха, в принципе, неплохо. Можно еду вот так вот с собой взять. Да, посадить дерево, например. Ну, в принципе, все относительно стак. Вот, ровно 20 еще. Зашибись. Угу. У меня электрика, я пока попридержу. Теперь я, по крайней мере, знаю, что между металлоломом и кевларом лучше выкинуть металлолом, потому что кевлар, зараза, дорогой, что забей. Его лучше оставить и попользоваться им. А на какой бинокль взял? В смысле? Я его нашел, Лео. Это же будет уже 7 или 8 бинокль, который я продаю.
Ты их просто здесь в луте находишь и все и продаешь. Интересно, я только с утра увижу, что там внизу на земле происходит, поэтому землю пока чистить не будем, до утра подождем. Пока зачистим все то, что наверху. Он дорогой, да хрен его знает, вроде не очень. Ну типа, ну просто, ну, ценится и ценится, и хрен бы с ним. Силли куки. Окей. Тупое печенье для дебилов в переводе, да. Кстати, патрончики нормально идут. А я там чуваков не залутал, да, их трупы потом пропали. Или залутал? По-моему, трупы пропали. Здесь, которые в дефе чуваки были. Грустно. Тут два трупа интересных. По-моему, я сюда рошанул сразу, и у них трупы пропадали. Более полезная помойка. Хочется распробовать емку. Тебя покормить свинцом? Не каждый удар попадает еще, блин. Че, уголь нахрен точно не надо. Процентов уже? Не, походу вокруг ничего нету. Какие красивые водоросли. Ночью красивые, что трындец, но их забрать нельзя, это так, чисто красота. Но красивые, да. Что у нас тут может еще простакаться? Бинокли не стакаются, бензин стакается. Хорошо. Зажигалка стакается. Химка стакается. Так, давай так. И вроде как бы даже все. Так, ну, в принципе, можно выбросить бинт. Я не знаю, будет ли еще дерево одно, поэтому дерево пока я не спешу выбрасывать. Три патрона, тут фулы пока. Даже три патрона пока выкидывать не хочется. Патроны дело очень хорошее. Так, что, где я еще оставил? Вопрос такой. Вроде бы домик я облутал. Вроде даже бы полностью бы. А, не. Во, лол. Не долутано. М14. М14 это то, что я хотел, по-моему, да? Окей.
Вернемся домой, посмотрим. Может быть, вместо вот этой вот винтовки, которая, ну, в принципе, неплохая, но 5 зарядов все дела, да? Может быть, стоит сделать себе многозарядную. Хотя, по-моему, она сталь не жрет. И у меня не то, чтобы очень сильно много стали есть. 96. Так. Медь вижу, да. Столка. А, бочка. Нет, это не та бочка. Нелутабельная бочка. Не, ну а этот автобус не разбирается, я практически в этом уверен. Ничего на этом автобусе тоже не разбирается, мы с таким уже встречались. Так. Что тогда еще на 4%? Какой-нибудь одну в две бочки пропустил. И все. Или что-то все-таки есть под водой. Вообще под водой достаточно красиво здесь. Прикольно так. Но не похоже, что тут что-то особенное под водой в принципе есть. Тут даже островов машин никаких нету рядом. Красиво, да, но предметов нет. Это откуда я, собственно, пришел. Благо остров мелкий, оплывать его быстро. Это откуда я нырнул. Не, под водой вроде ничего нет. О, железо. Железо нужно. Медную руду-то я вижу, но руда не считается, да. Окей. Штору вроде нельзя собрать. Мне нравится, что туалет на втором этаже, жилая комната на первом. Это прям гениально, блин. Тут вроде внутри тоже лута нет. Еще медь. Здесь, собственно, последнее то, что я лутал тогда. Здесь нету. Из СМГ по чайкам, наверное, прикольно бить будет. Тоже ничего нету. Не, слушай, ну я хз, где эти проценты остались?
Наверняка какие-нибудь две вещи осталось, но я просто не вижу, что тут может быть еще. Обидно, если это какой-то сейф прикольный. Но я реально просто не вижу, что тут еще может быть. Мне кажется, что все-таки это что-то может быть под водой, просто где-то глубже. Потому что подводная часть, она тоже здесь считается. Никаких машинков. То кресло, лежащее на боку, стульчик, в смысле, не разбирается. Яхоза, короче. Что-то здесь еще есть, но что, непонятно. Не пойдем, значит, весь низ мы зачистили в итоге. У нас остался во какой верх. Достаточно здоровенный. Никого? Никого. Ну вот. Скай будет. В принципе, все равно полутались-то очень неплохо. Сдох, конечно, не очень приятно, но в остальном нормалек. Хардкору добавлено. Я теперь, по крайней мере, буду знать, что надо реально к ним издалека и очень аккуратно подходить. Потому что сблизи одни в тебя... Они издалека-то редко промахиваются. Если ты ни зачем не скрыть. Сблизи просто пяу-пяу труп. Очень опасная шняга. Надо прикинуть, сколько у нас руды. Может быть, действительно целый день позаниматься рудой, поплавить. И сделать себе, типа, лодку резиновую быструю. Я думаю, было бы очень интересно. Для начала, конечно, на этой лодке надо бы бензинчик спустить. Бы. Или просто так ее оставлять. Но новую лодку посмотреть очень любопытно. Интересно, кстати, что из них быстрее. Потому что здесь вроде как быстрая лодка, а это выглядит как спортивная прям. Я думаю, что гидроцикл может быть даже быстрее, но в нем хранилища нет. То есть мне надо будет на гидроцикле туда-сюда мотаться несколько раз для того, чтобы все облутать, а это, ну, фу, таким быть вообще. Не факт, кстати говоря, что на этой лодке что-то есть. Но вроде должно быть. И здесь показано, что есть. Интересно. Слушай, Андрей, ты делал другие лодки? Там на них есть хранилище или нет? Это будет обидно потратить 10 стали на лодку и выяснить, что там нет хранилища. Ядрить металлолома? Просто было. Ядрить резины. Только яхту. Окей.
На яхте было хранилище, нет? 10, 20, 30. А мне надо... 38, а мне надо 50. Мне же 50 надо, да? А, нет, смотри, 50 мне надо на вот этот джетстрим. Ты про яхту, ты имеешь в виду вот это вот? Восемь сорок, то бишь. Блин, почти хватает. На яхте было хранилище. Окей. Будем знать. Все, халявные патроны от винтовки кончились. Погрузненько. Да, слушай, это М14 первая. Я хотел себе М14. 20 нахер досок из отличной древесины и 4 стали. Подожди, слушай, а нахрена я сделал себе... А, потому что это патроны из для винтовки, это патроны для пистолета, вот почему. Вот это прикольно, наверняка шняга, но патроны от винтовки. А мне надо тратить патроны от пистолета просто потому, что мне до хера. Голод, жажда. Так, мы же можем скрафтить грену. Ай, классно. Че для нее надо? Сейчас посмотрим, погоди. Да я сначала отхреначусь. Я опасался сразу. Сейчас бы быстрее научил. А патронов от пистолета все еще прибавляется. Удивление. Не менее на удивление. У меня больше 138 у меня компонентов. Обалдеть. Порох получился, порох. Теперь делать особо сильно не надо. Получилось добывать его просто так. А, у меня уже каппа. Окей, интересно, части военного жилета за что-нибудь продаются или нет? Ну-ка. Сколько у тебя военная жилетка стоит? Сломанная. Ага, одно дерево. Так. То бишь, эти части тоже можно, в принципе, выкидывать, да? Косяк. Ну ладно. Чё, всё? Ну пока что, наверное, хватит. А в следующий раз пойдем дальше зачищать. Всякое. И лодку сделаем еще, да. Лодку сделать не помешает.